Поступления таможенной службы в госбюджет составили с 18 по 24 октября более 628 миллионов 300 тысяч леев, что на 23,5% больше бюджетной задачи, установленной на этот период. Кроме того, с начала октября таможенная служба собрала в госбюджет более 1 миллиарда 900 тысяч леев, что почти на 38% больше по сравнению с доходами 2020 года. Как уточнили в пресс-службе ведомства, за прошедшую неделю оформлено 13 089 таможенных деклараций. Поток транспортных средств составил 61 920 переходов. Самыми загруженными таможенными постами остаются Леушины и Скулены. Что касается борьбы с мошенничеством, то в отчетный период было выявлено 201 нарушение таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму более 200 тысяч леев. Наиболее частые нарушения связаны с превышением срока пребывания на территории Республики Молдова транспортных средств с иностранными номерами, уточнили в таможенной службе. За отчетный период сотрудники информационной линии получили 553 запроса о предоставлении информации, связанной с таможенной деятельностью. Напомним, в случае необходимости получения информации о правилах пересечения границы с различными товарами или подачи жалобы относительно допущенных сотрудниками учреждения злоупотреблений, можно позвонить по телефону единого информационного центра, который работает 24 часа в сутки, по телефону +373 22 788 888.